身在沙沙作响，敲打着谁的惆怅，思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长，掌心的泪我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯，手牢牢不放，爱念念不忘。人生何须多辉煌，浮华的终成空，执着的都随风，情路何须多跌宕。要遇多少风浪，心不再摇晃，一起细数着过往。陪你等风停了，雾散了，雨住了，雪化了，再тебе не нужно бояться. Об этом знаем только мы с Синну. Мы придумаем способ, как тебе стать женщиной наследного принца. И используем счастливое событие, чтобы скрыть этот инцидент. Вы правда это сделаете? Конечно. Ты мне нравишься. Естественно, я помогу тебе. Не волнуйся. Хорошо. В любом случае, все закончилось. Вы можете идти. Спасибо за спасение моего сына. Однажды я отплачу вам за доброту. Не стоит. Я помогла только из-за моего хорошего отношения к Шао Син в прошлом. И к вам это никак не относится. Если захотите прийти ко мне, боюсь, вы не сможете попасть в лисье прибежище. Можете идти. Прощайте. Ваше Величество, вы не можете меня оставить. Я не оставлю тебя. Если вас не станет... Опять опозорилась. Ваше Величество, императрица и все остальные наложницы ждали долгое время. Мне нужно... Если я сказал остаться, ты должна остаться. Что, если я дарую тебе титул добродетельной супруги? Что? Ваше Величество, это не соответствует этикету. Разве это редкость? Для моего гарема. Как тебя зовут? Сяо Цзю. С этого момента я буду называть тебя Цзюэр. Хорошо? Да.
Солнце село. Эта девочка должна быть в порядке. Подойди. Наставница, вы хотите, чтобы подали ужин? Отведи меня в покой, Хэндань. Слушаюсь. Ваше высочество? Наставница, мне нужно кое-что обсудить с вами. Вы можете отойти со мной туда? Наставница, смотрите. Смотрите, разве не милашка? Запечатанная душа? Да, его дала мне предыдущая наставница. Он все время просто сидит, пользы от него немного, так что я назвал его Сяо Гуай-Гуай. Не хотелось бы говорить, но у этой птички уже есть владелец. Если оставишь у себя, могут возникнуть проблемы с ее владельцем. Вот почему я хотел обсудить это с вами. Вы очень умны. Вы сможете помочь мне сохранить Сяо Гуай-Гуай? Я смертный. Мое время ограничено. Но когда я вернусь к бессмертным, я верну Сяо Гуай-Гуай назад владельцу. Нет, Верховная Небожительница! Нет! Видите, наставница, Сяо Гуай-Гуай очень рад, что я забочусь о нем. Раз уж ты зовешь меня наставницей, я должна тебе помочь. Ладно, я поговорю с его владельцем. Возникнуть проблем с ним никак не должно. Правда? Наставница, вы согласились мне помочь? Я не сплю ведь? Что это вы двое делаете? Сегодня новолуние и ветрено. Вам двоим лучше спуститься, чтобы не напугать остальных до смерти, ясно? Живые небожители! Я правда вижу живых небожителей! Я впервые вижу небожителей вживую! Вы пришли сегодня так поздно ночью, потому что мой отец мудрый и добрый правитель, который попадет на небеса? Боюсь, что разочарую тебя. Я здесь, чтобы повидать жену. Чтобы меня повидать? В любом случае, я должна тебя покинуть. Жену? Не волнуйтесь. Я стер его память. К счастью, вашими стараниями. Судьба Юэньчжэнь сложилась в совершенстве. Но судьба Дзюнь немного изменилась. Я прошу вас указать мне путь. Мне нужно найти Фэнзю и попросить о помощи. Вы просите ее указать путь? Вы будете блуждать всю ночь и все равно не сможете найти Фэнзю. Лучше будет спросить местного духа земли. Звездный владыка, отведи нас в покое Хайндань. Слушаюсь. Стойте. Моя магическая сила запечатана. Вы можете помочь отослать моего ученика в его покое? Тянь-тянь, ты так хорошо обращаешься с моим двоюродным братом. Единственный ученик. Тогда он не должен называть меня двоюродным братом. Он должен называть меня мужем наставницы. Зачем ты этим пользуешься? Тебя все еще задевает то, что он позволил себе вольности с твоей супругой? Если бы ты не напомнила, я бы забыл, что он наказан. Позволил себе вольности с супругой, которая не супруга. Он был приговорен к пребыванию в мире смертных на 60 лет. Тогда как его наказать за то, что он прямо передо мной держал за руку мою жену? Пойдем. Ты сказал, что пришел сюда повидать жену. А зачем вы так спешите увидеть Фэнзю? Сымин прибыл изменить судьбу Дзюня. Я просто присоединился к нему, чтобы увидеть тебя. Увидеть меня? Сегодня его высочество вызвал меня с персикового пира, просто потому что хотел взглянуть, как вы заставите кого-то столкнуть Дзюня в воду. Когда Дзюня узнает об этом, боюсь, он низвергнет меня с небес.
Когда придет время, наследный принц заступится за вас. Судьбы принцессы Фэнцзю и Дзюни переплелись. Это причина, по которой я пришел просить вас о помощи. Как все это относится к Фэнцзю? Вам следует пойти со мной. Сами все поймете. Сюда. Ваше Высочество, Верховная Небожительница, Звездный Владыка. Это покои Ханьдань. А я откланиваюсь. Хорошо, ступай. Раз уж Его Высочество уже распечатал вашу силу, давайте незаметно войдем внутрь. Юйдан, у нас гости. Принеси чай. Обернись, балда. Это тетя. Тетя. Я опозорилась сегодня. Ничего. Ты ведь используешь тело благородной дамы Чен. Ты не посрамила Цинцю. Я не расскажу твоему отцу. Но я испортила судьбу Цинцюня. Его время и также его жизнь. Почему Его Величество тоже здесь? Мой отец узнал? Звездный Владыка Семин и я поспешили сюда, так как видели, что случилось. Кроме тех, кто в этой комнате, больше никто не знает. Не волнуйся. Тетя, что мне делать? Когда Дзюнь сегодня был без сознания, он держал меня за руку. Очнувшись, он не отводил от меня глаз. Его взгляд был наполнен такими чувствами. Может, ты ошиблась? Может, это потому, что он слишком долго находился в воде, и тебе показалось? Но он сказал, что дарует мне титул. Ты спасла ему жизнь, он должен был сделать это. Принцесса хочет сказать, что Дзюнь уже влюбился в тебя. Симин, что за ужасную судьбу ты написал? Раз уж Дзюнь уже влюбился в тебя, то я лишь могу попросить продолжить играть эту пьесу вместе с ним. Какую пьесу? Первоначально он должен был влюбиться в даму, которая упала в воду. Но теперь эту роль предстоит сыграть тебе. Вы не можете придумать, как мне из этого выпутаться, да? Вместо этого вы хотите, чтобы я осталась и играла эту пьесу? Ну что вы за друг после этого? Принцесса, это ведь ты вмешалась в его судьбу. Мне все равно. В любом случае, я не хочу больше возвращаться во дворец Тайчэнь. Вообще-то, это не вина Сяо Цзу. Возможно, все это случилось из-за того, что я изменила судьбу Юань Джэня. Ну, раз уж принцесса уже впуталась в это и так сильно поменяла судьбу Дзюня, ей будет сложно избежать проблем. Единственный способ это сделать так, как я сказал. Это продолжит судьбу Дзюня и поможет принцессе избежать проблем. Похоже, другого способа нет. Тогда как мне продолжить эту историю? Очень просто. Сначала дай Дзюню ощутить сладкий миг счастья. Когда ты всецело завладеешь его сердцем, и он доверится тебе, возьми его сердце и растопчи снова и снова. Вы хотите, чтобы я разбила его сердце? Когда придет время, я покажу тебе сценарий. Я расскажу тебе, как разбить его сердце. Тетя... Ваше Высочество. Как я могу отплачивать так за его доброту? Приветствую, Ваше Величество. Я сняла твое проклятие двух жизней. Ты можешь понемногу отплатить ему за доброту. Ваше Величество. Ты еще не спишь? Я не могла уснуть. Я тоже не мог уснуть.
Я просто хотел увидеть тебя. Если ты спала, я просто останусь здесь и посмотрю, как ты спишь. Уже глубокая ночь. Вам нужно зайти. У меня еще остались некоторые дела. Завтра ты должна вернуться в Цинцю. Пожалуйста, не обижайтесь. Мы тайно покинули Персиковый пир, так что нам нужно поскорее вернуться. Я откланиваюсь. Ты все еще не хочешь спать? Я сегодня так испугалась. Может быть, поэтому и не могу уснуть. Тогда я поиграю с тобой в го. Я не очень хорошо играю. Это не важно. Просто играй как можешь. Сначала дай Дидзюнь ощутить сладкий миг счастья. Когда ты всецело завладеешь его сердцем, и он доверится тебе, возьми его сердце и растопчи снова и снова. Сладкий миг. Будучи в небесном дворце, я не завоевала и частички его сердца. Теперь... Что мне делать теперь? Дзюэр. Да? Когда ты попала во дворец? Когда мне было 17 лет. Отдыхая в своих покоях, я пытаюсь вспомнить нашу первую встречу. Но я ничего не смог вспомнить. Даже учитывая, что ты благородная дама и уже проводила со мной ночь, я не могу вспомнить ночь, когда ты стала моей супругой. Ты ненавидишь меня за это? Я не посмею. У вас так много важных дел, я не посмею. На что вы смотрите? Я слышал от императрицы, что ты мне понравилась тем, как блестяще играла в го. Что, после падения в воду ты забыла, как нужно играть? Наверное, ее величество ошиблось. Я очень хорошо готовлю. А не играю в го. Да? Тогда, проснувшись завтра, я смогу отведать приготовленные тобой блюда? Ваше Величество, вы правда собираетесь провести ночь здесь? Что-то не так? Нет. Ты винишь меня за то, что я оказал тебе тогда холодный прием? У вас так много дел. Как я посмею? Ты только это умеешь говорить? Что же мне делать? Люди Цинцю всегда простые и честные. И остаются вместе по взаимному согласию. Если отец узнает, что Диндзю не я... Мы проведем свадебную церемонию. Я заново женюсь на тебе в соответствии с общепринятыми традициями.
Никто в этом дворце не посмеет больше создавать тебе трудности. Наследный принц? Третий принц? Послание, которое ты передал Бай Фэнзю, было совсем неправильным. Вы от меня что-то скрываете? Раз уж вы видите меня насквозь, то я расскажу. Дунхуа Дзюнь отправился в мир смертных, чтобы воздать ей долг любви. Любовный долг? Будучи во дворце Тайчен, Бай Фэнзю влюбилась без памяти. Но Дзю Дзюнь и Бай Фэнзю не суждено быть вместе. Так что Дзю Дзюнь отправился в мир смертных, чтобы подарить ей любовь как смертный. Но у этой судьбы век короткой смертной жизни. Из этого ничего не получится. Так в этот раз ты исполнил желание Цянь Цянь помочь Юань Дженю и желание Дунхуа Дзю Дзюня и Бай Фэнзю быть вместе? К счастью, Бай Цянь все хорошо продумала. В ином случае, мне бы пришлось искать другой способ влюбить смертного Дзю Дзюня в Фэнзю. Ваше Высочество! Ваше Высочество, я расследовал то, о чем вы меня просили. Рассказывай. У всех бессмертных, на которых напали, не было ничего общего, кроме того, что все они были верховными небожителями. Верховные небожители? Тетя, вы вернулись! Мигу, без моих вечных указаний тебе, похоже, жилось легко и спокойно. Тетя, вы вернулись вчера и занялись кое-чем важным. Почему вы говорите так, словно только вернулись? Вчера я все еще была в мире смертных. Когда это я вернулась? Это не так. Вы вернулись. Я думал, вы сказали мне оставаться в лисьем прибежище и не ходить никуда. Кто наложил на тебя чарующее заклинание? Чарующее заклинание? Никакого заклинания нет. Что случилось? Тетя, наконец-то вы вернулись! Случилось нечто ужасное! Сюань Ню приняла ваш облик и забрала тело Мо Юаня и маленького принца! Боюсь, тебе предстоит снова отведать вкус крови. Тетя! Ну почему я такой глупый? Как я мог отпустить ее одну? Что же мне делать? Наследный принц. Да, наследный принц! Верховных небожителей небесных пытались убить. В этом может быть замешано больное дитя, рожденное владычицей крылатых. Что? Это зловещий вид магии. В древние времена жила женщина по имени Цзэ Юй. За сильной темной ауры вокруг нее все рожденные ею дети были больны. Так что ей пришла в голову мысль. Она убивала верховных небожителей, превращала их тела в эликсир для своих больных детей. И ее дети смогли стать здоровыми. Как может существовать такая порочная магия? Чтобы контролировать такое количество марионеток и иметь дерзость убивать верховных небожителей, я не думаю, что это глава крылатых. Скорее всего, это дело рук жены, Сюань Ню, которая предала Кунь Лун Сю и небесных 70 тысяч лет назад. Если это дело рук Сюань Ню, Ли Цзинь тоже должен нести за это ответственность. Я пойду сообщу об этом отцу. Дядя, стойте.
Это серьезный вопрос между двумя народами. Мы не можем делать выводы лишь из моих умозаключений. Дождитесь, когда я вернусь из дворца Цзимин, во всем разобравшись. Хорошо. Тогда отправимся туда вместе после персикового пира. Этот путь во дворец тщательно охранялся 70 тысяч лет назад, но сегодня здесь ни одного стражника. Сюаньню, ты приглашаешь меня войти? Ваше высочество, Мигу из Синцю желает вас видеть. Приведи его. Есть. Ваше высочество. Ваше высочество, пожалуйста, помогите тете. Она одна отправилась во дворец Цзимин. Что ты сказал? Владычица крылатых украла тело Мо Юаня и маленького принца. Глаза тети загорелись от ярости, она отправилась туда. Ваше высочество. Кто этот древесный дух? Как он посмел ворваться на персиковый пир? Какое неприемлемое поведение. Видишь, из-за этой женщины его высочество пренебрегает обычаями небесных. Если ты правда станешь одной из жен во дворце Сио, ты не должна так себя вести. Слушаюсь. Нефритовой чистоты. Назад! Во дворец! Надеюсь, у тебя все хорошо с тех пор, как мы не виделись. Я слышала, его величество сказал, что Сы-Инь — это женщина из лисьего племени. Так что я подумала про тебя. Когда я впервые увидела Сы-Иня в Куньлунь-Сю, я была поражена. Что кто-то еще в этом мире похож на Тянь-Тянь больше, чем я. Говоришь, ты похожа на меня? Ты забыла уже, как ты выглядела? Так уж случилось, что у Джаяни из 10 ли персиковых деревьев появилось много свободного времени. Почему бы нам не пригласить его, чтобы он помог тебе вспомнить? Неважно, что ты там говоришь. Сегодня я заберу твою жизнь. И больше никто не будет выглядеть, как я, ясно? Вчера я забрала тело Мо Юаня и твоего сына. Я знала, что ты придешь за ними. Я ждала тебя здесь все это время. Ты прекрасно сохранила тело Мо Юаня. Меня это очень радует. Мой сын получит жизненную силу верховного небожителя Мо Юаня. В благодарность я попрошу их убить тебя довольно-таки быстро. Все зависит от того, будет ли у тебя такая возможность. С ее глазами что-то не так. Она боится света. Какая удача.
Мне так больно видеть тебя такой израненный. Кого ты позовешь спасти себя? Раз все закончится вот так, я расскажу тебе. Тогда я использовала твой облик, чтобы заставить Его Величество переспать со мной. И что с того, что ты примешь мой облик? Скажи-ка мне. Ты просто обманываешь сама себя. Я любила Его Величество тысячи лет, но он все равно не может забыть тебя. Сегодня я заберу твою жизнь. А потом я останусь единственной в мире с этим лицом. Естественно, Его Величество всегда будет защищать меня. Позволь мне сказать тебе. Будучи Верховной Небожительницей, даже закрытыми глазами, я смогу уничтожить здесь всех твоих приспешников. Убейте ее для меня. Тянь-тянь. Если бы ты пришел часом ранее, я не была бы так ранена. Прости, что опоздал. Скажи мне, кто тебя ранил? Я уже убила всех, кто меня ранил. Осталась только эта женщина. Хочешь разобраться с ней сама или помочь тебе? Она унизила моего наставника и причинила боль тем, кого я люблю. Я покончу с ней сама. Аинь? Ваше Величество! Ваше Величество, я Сюаню. Почему ты выглядишь как Аинь? Как две капли воды, да? Ваше Величество, если мы просто убьем эту мерзавку Байцянь, тогда я останусь единственной в мире с этим лицом. Если оно вам нравится, вы можете смотреть на меня днями напролет. Я также буду защищать вас. Ты? Что происходит? Эта женщина забрала моего наставника и твоего сына. Он и твой сын тоже. Сын? Ваше Величество, наш сын скоро поправится. Правда? Смотри, посмотри на мой Юаня. Мы сделаем из него эликсир. Ваше Величество, раньше вы завидовали мой Юаню, не так ли? Больше вам не нужно ему завидовать. Наш сын скоро получит жизненную силу мой Юаня. Закрой свой рот. Разве я не права? Вы не отдали тогда Байцянь камень души, так как завидовали мою Аню, разве нет? Ваше Величество, вы еще не знаете? Она и есть тот Сыинь. Сюаню, позволь мне сказать тебе. Тело моего наставника представляет чрезвычайную ценность. Я питала его своей сердечной кровью 70 тысяч лет. Я боюсь, твой сын не сможет справиться с такой жизненной силой. Сердечная кровь? Хочешь сказать? Лидзин, давай не будем пока вспоминать твое прошлое. Я хочу знать, что ты собираешься делать с этой проблемой здесь и сейчас. Ты решишь это здесь или публично? И что же будет здесь? Что будет, если публично? Если здесь, то тебе нужно спустить три шкуры со своей жены, которая забыла свое место, чтобы смягчить мой гнев. Если публично... Солдаты Небесных давно уже не воевали ни с кем.
У них много свободного времени. Можем воспользоваться возможностью и посмотреть, чья армия тренировалась лучше спустя столько лет. Ваше Величество, вы правда хотите так строго наказать меня? Нет ведь? Ваше Величество, скажите, вы разве забыли? Вы забыли все то, что я для вас делала? Стали бы вы главой крылатых без меня, скажите. Он не посмеет развернуть войско, не посмеет. Не думай, что я не знаю, что ты не посмеешь собрать войско. У тебя нет такой власти. Ты просто наследный принц. Владыка Небесных не станет собирать войско из-за одной женщины. Я не буду собирать войска из-за одной женщины. Верховный Небожитель Мо Юань, чрезвычайно уважаемый бессмертный. Верховная Небожительница Бай Цянь, будущая Владычица Небес. А Али в будущем унаследует мое место. Прямо сейчас эти три человека подверглись чрезвычайному унижению в Великом Дворце Цзимин. Ты думаешь, солдаты Небесных так просто простят это? Сианью всегда была немного безумна. Иначе она бы не совершила эту смертельную ошибку. Ваше Величество! Я прошу Ваше Высочество проявить милосердие. Тянь-тянь. Скажи, нам следует проявить милосердие? Наследный принц небесных. Вы так носитесь с этой бесстыжей, Бай Цянь. А вы ведь не знали? Она ее наставник. Тянь-тянь сказала, что ее лицо выглядит так же, как твое. Но я вообще не вижу никакого сходства. Когда-то я была не против отдать тебе свою внешность. Даже сама предлагала. Но теперь, когда я вижу, как ты используешь ее, мне становится очень грустно. Что ты собираешься сделать? Что ты хочешь? Я всегда так и выглядела. Даже не думай о том, чтобы отобрать мою красоту. Я не боюсь тебя, даже если ты прибьешь Джияня, ясно? Зачем мне звать Джияня? Я тогда просто пошутила. Ты правда думаешь, что Джиянь единственный в мире, кто может менять облик с помощью магии? Я не так талантлива, но мне было нечего делать прошлые 70 тысяч лет. Так что я подучилась в этом виде магии. Если с тебя спустят шкуры и вырвут конечности, тебе не нужно пользоваться этим обликом, проходя через это. Что ты собираешься сделать? Нет, нет, нет. Нет. Пойди и взгляни хорошенько на свое лицо. Я говорила тебе. Если ты используешь магию Джияня, чтобы творить скверные вещи, это выйдет тебе боком. Тянь-тянь, ты сможешь о себе позаботиться? Если нет, просто поспи немного. Ли Цзин, делай то, что считаешь нужным. Почему это случилось? Почему это случилось? Это не мое лицо, это не я. Я не хочу видеть это лицо, я не хочу.
Sure.